Привет, друзья! Рад видеть вас на моем канале. Любите ли вы мыть окна? Лично я не очень. Мне не нравится стоять одной ногой на воздухе, другой в квартире. Мне холодно, страшно, и я боюсь упасть. Но больше всего я ненавижу собирать капельки на окнах долго и нудно вот этой вот резиновой штучкой. Воду приходится скатывать вниз, на подоконнике получается болото, мокрые ноги, а на самом стекле остаются разводы. Короче, мыть окна так себе занятие, но есть техника, которая упрощает это дело. Я говорю о специальных приборах для мытья окон, например, вот про такой от Керхер. Мы покупали его давно, примерно лет 5 назад, и цена была около 3000 рублей. Модель называется Керхер WV75+. Благодаря моему любимому мужу, который не выкидывает коробки, хотя я каждый раз хочу это сделать, у нас сохранился весь комплект, и ничего не потерялось. Открываем. Так, здесь у нас сам, собственно, пылесос, на который сюда вот ставится резинка, и он засасывает воду с окна. Вот сама резиночка. Она достаточно большая. По-моему, ее диаметр... Ее размер примерно 28 сантиметров. Здесь у нас сменная губка, которая ставится вот на эту штуку со средством. Она распыляет средство. То есть сначала распыляешь средство на стекло, даешь ему поработать, потом можно потереть вот этой губкой, и после этого уже собираешь всю грязную воду со средством с помощью вот этой вот штуки. Здесь еще одна резиночка, она уже меньшего размера, вот такая, для каких-то узких пространств, и зарядник. Для чего он, в принципе, нужен? Им можно мыть все, что скользит. Соответственно, это окна, зеркала, любые глянцевые поверхности, столешницы, кухонные фасады и кафель в ванной. Сейчас кратко расскажу о минусах и плюсах. Большой плюс прибора в том, что он сильно экономит время и, соответственно, силы. Очень хорошо очищает любые загрязнения, и соседи будут вам завидовать, потому что они всегда так смотрят и спрашивают, а чем же вы там моете таким интересным окна. Если вы хотите позлить соседей, обязательно купите себе вот такую штуку. А, и еще один классный плюс этого прибора в том, что у него удобный контейнер для сбора грязной воды, который легко вылить в раковину, не нужно его снимать, не нужно проводить какие-то сложные манипуляции. Просто открываете вот эту резиновую штучку и через эту дырку выливаете вот так вот в раковину грязную воду. Но у прибора, конечно же, есть минусы, и основной минус в том, что средство, которое идет в комплекте к нему, очень маленькое, вот такой вот маленький тюбик, его хватает примерно 1-2 раза, новый тюбик стоит прилично, но его хватает надолго, и он качественно очищает загрязнение. Второй минус прибора в том, что он идет в комплекте только вот с такой штукой. Если вам нужна телескопичка, чтобы дотянуться до каких-то высоких мест, например, если у вас сильно высокие окна в доме, вам придется ее покупать дополнительно, а стоят все аксессуары к Керхеру очень дорого. Третий минус, ну, скорее даже не минус, а просто нюанс в том, что прибор этот на аккумуляторе, и нужно обязательно следить за его зарядкой. Потому что если вы начнете убираться, и он у вас разрядится, вам придется просто останавливать уборку, идти пить кофе на час и заряжать аккумулятор. Еще один достаточно большой минус этого прибора в том, что когда им моешь окна, вот эта вот резиночка на границе с уплотнителем, который стоит на окне, оставляет такую маленькую полоску, которую потом приходится протирать сухой тряпочкой, рукой. Хоть у этого мойщика стекол есть свои минусы, мы все равно довольны покупкой, потому что я уже даже и не помню, как мы раньше жили без него. С вами была Юля, канал Сладкий Персик. Спасибо, что вы со мной.